Мои дорогие зрители, и снова Янка мучает вас своими видео. Так что сейчас, прямо сейчас, ставьте мне пальчик вверх и подписывайтесь на мой канал. А я еду снимать какие-нибудь видео, я еще не знаю сама, что я там собралась снимать. В общем, у меня сейчас дождь, погулять у меня не выйдет. Так что пойду чего-нибудь поснимаю и посмотрим, что там у меня, что я там наварнякаю. Ну ладно, поехали. Пока. Вот я сейчас вспомнила, что у меня прохудился мой старенький стульчик, на котором я сижу в саду. Вот, я сейчас иду в Walmart, иду посмотреть себе новый стульчик. Они такие там дешевенькие, где-то долларов по 6. Я сейчас на этой стоянке. Сейчас покажу, как Walmart наш выглядит. Там Walmart. Уже выставили цветочки наружу, продают. Вот такой вот он. Очень-очень большой. Ну все, я иду туда. Иду за стульчиком. Цветочки такие красивые. Так что я, конечно, вытащила камеру и все снимаю. Вы там видели, цена 5 долларов. Такие красивенькие. В общем, куча их тут на бетоне там вдалеке. Да, у нас сейчас просто время такое. Все занимаются садоводством весной. Высаживают всякую красоту у себя. Как же без этого? Это мне нравится в Америке, что у каждого свой такой небольшой участочек, и там вот ты всякую такую красоту высаживаешь. Люблю это дело. Все, пошла вовнутрь. В Walmart, видите, под таким зонтиком. Здесь такой отдел, продают всякие там купальнички, всякую такую ерунду. Вот там сзади меня. Вот, а я все еще иду за стульчиком. Вот я уже в таком отделе, где все продается для сада. Вот такие вот интересные фигурки. Я здесь остановилась, хочу немножко их заснять. Это вот вы у себя там. Вот на участке своем или перед домом где-то там выставляете. В общем, красивенькие такие, интересные. Какие-то гномики, домики. Такие классные подсветки на солнечных батарейках. В общем, по разным ценам там. Чем они, конечно, лучше, тем дороже. Я смотрю, по 10 долларов, по 12, что по 4. Ладно, пошли дальше. Всякая такая мебель для вашего сада. Такая классная, такая кровать тут. Цены не вижу. А, вижу. 298 на двоих. А здесь должен быть где-то мой стульчик маленький. Вон там интересные такие грибочки. Мебель, конечно, красивая. Красиво сделали. Вот такая вот беседка. Покупайте себе такую беседку. Покупаете себе эти пальмы и вот делаете у себя за домом вот такую вот красоту. Мы сейчас глянем, что там беседки внутри. Вот такая вот цена. И вам честно скажу, для американцев это очень доступная цена. Тем более у нас тут кредитки. Так что это может быть. Этот наборчик понравился, симпатичный. 598. Стол такой классный. А вон там еще такая вот качелька под крышей. Даже мебель до вашего сада красивая. Тьмы не вижу. Но цены, правильно сказать. Вон там еще. Вот это красная со столиком 498. В общем, вот это, наверное, тоже где-то в этом же размере. Видите, мне что нравится ужасно. Это вот эта вот штука, которые можно так организованно делать маленький костерчик. Опять для вашего удобства на вашем заднем дворе можно такой мангал поставить и жарить вообще на нем все что вам угодно, шашлыки или что-нибудь еще такое. А вот такая вот интересная газовая лампа. Кстати, на мангал не посмотрела цену. Вот магазин, вот этот отдел, где все для сада. Классно, правда? Красиво. И там цены немножко видны. Стульчик, за которым я сюда пришла, вот он такой вот раскладной, и он стоит 9,97. И вот он в таком вот, вот они здесь внизу, вот в таких вот чехлах продаются. То есть он такой классный, его на пляж с собой можно брать. Или таких несколько кинул в машину и поехал. Вот
штуками мы косим здесь траву. Они, конечно, ну, не знаю, дешевые, не дешевые, всякие разные есть. Вот эти вот, чем подешевле, те, конечно, посложнее. Их надо толкать перед собой. А где-то долларов за 300, так они сами едут. Только их можно немножечко как бы корректировать, их движение, и все. В общем, вот они такие штуки, косилки наши. Я сейчас в таком вот отделе, где можно всякие семена, луковички, всяких цветов купить. Смотрите, сколько много их. Конечно, для садовода это вообще прелесть тут. Вот их сколько. Кучи. Сажение хочу называется.